Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами сегодня поиграем в Builder Simulator. Это демка. Демка называется эта игрушка, а не Building Simulator, и не Builder Simulator. Нет ее в Steam нигде, и получается, что нужно ее было скачать на каких-то очень интересных сайтах. А еще здесь все подлагивает, и непонятно, как это работает. Options можно как-нибудь польский, а русский? И у меня же русский есть, зачем мне польский? Apply и Invert Mouse, ничего не нужно, графика высокая, соответственно, но почему-то у меня все подергивается. Нет вертикальной синхронизации, это очень грустно. Ну что ж, мы хотим от демки. Первый шаг — это установить формворк. Следуй за стрелкой и подними формворки для... с земли. Давай, поднимем. У меня наверху написано формворк и маунт. Вот, если не видишь, reinforcement и маунт. Brick amount, Tour amount, Windows amount. Можно собрать... 10 штучек можно все собрать. Так, и что? Теперь тебе нужно положить их на землю для начала строительства фундамента. Следуй за голограммой. Пст! И ты можешь удержать только 10 одновременно. Подожди, и как? Я на кнопки сейчас понажимаю. Вот, все. Ой. Понял. Давай наставим этих деревяшек, чтобы, наверное, залить фундамент, чтобы он никуда не вытекал, чтобы было вот все красиво. Все, кончились у нас. Написано, что это охренеть какая, прям охренеть очень какая игрушка реалистичная, и что здесь прям все аж там до миллиметра выверено, но что-то по движению нашего персонажа я не могу такого сказать. Может быть, в расчетах здесь как-то где-то и подробно все, но и точно, но я что-то этому не верю, потому что что-то прям все как-то странно. Все дергается, все дрыгается, все ставится как-то криво-косо наискосок, и... Ну, посоветовали игрушку, чтобы не пройти правильно, чтобы не поиграть, не посмотреть на нее, кому же от этого хуже станет? Никому. Сейчас как построим особняк себе и будем в нем жить. Если бы все еще было бы немножечко поплавнее, было бы вообще отлично. Ну, бери. Вроде идет она аж в целых 100 с чем-то там FPS, короче, дергается во все стороны, и никаких просадок нет, но все равно грустно от того, что она вот такая вся корявенькая, как будто бы ее, не знаю, ну, возьми ты. Как будто бы ее делали, не знаю, на коленке на какой-то, и получилось вот такое чудо. Теперь, хорошо, взгляни-ка что-то там, куда-то там. Следуй за стрелкой и возьми вверх с земли. Вот это вот надо подбирать. Давай наберем. Их можно гораздо больше взять. Именно 20. Теперь, gently положи на точки вокруг фундамента. Когда положишь конкретную... Это Intended Improve Intensil Strange. Усилить что-то. Ну это кнопочка рядом, я понял. Короче, арматурины мы складываем, чтобы залить туда бетон. Цемент. И был бы у нас фундамент. Ты где застрял-то? Эй! Я застрял. Я застрял на ровном месте. Все. Отстрял. Кошмар. Забаговался, представляешь, на ровном месте. Не хочу больше подходить к этому фундаменту, потому что он меня снова запрет в себе. Ой. С управлением здесь, конечно же, беда. Здесь вообще очень плохое управление. Ну, что ты хочешь от демки? Как бы я от нее ничего сильно не ожидаю, просто я надеюсь не застревать и не терять прогресс из-за того, что просто-напросто кто-то не доделал какие-то там границы. То есть я вот иду налево, а он идет не налево. Он ходит везде, где ему хочется, но не там, где нужно. Это грустно, конечно, но что ж поделаешь. Опять же повторюсь, это демка. Тем более даже не из Steam, а из, блин... каких-то... и победитель что-то там... создай смесь.
ты должен первый тюрн концентрат миксер, включить концентрат миксер, кликнуть кнопку на стороне с твоей левой кнопкой мыши. Давай кликнем. Хорошая работа. Запомни. Следующий шаг — взять с земли вот эту штуку левой кнопкой мыши и добавить в воду в нажатием на левую кнопку мыши. И... Ой, как меня закрутило всего. Хорошая работа. Теперь время взять шавель. Так, отпусти. Взять шавель песка или земли с твоей левой кнопкой мыши. Шавель, наверное, это вот это вот, лопата. И добавить в миксер. Тоже левой кнопкой мыши. Вон там у нас нарисовано, что там к чему и почему, в каких пропорциях и что дальше делать. Следующим шагом, последним шагом, взять пикап цемент. То есть ты серьезно? Ты серьезно сейчас это делаешь? И как? А. Просто не хотел брать. И... И сколько надо ждать? До последнего? Он больше не хочет? А, он приготавливает раствор, понял. Бросает этот цемент. Сверху вот нарисована эта полоса, как его называют, прогресса, и на ней написано: у меня деньги забрали. Забирают каждую секунду, смотри. Так. Я же все сделал. Что еще-то? Ну давай еще красного наложим. Жалко, что ли? А теперь ты можешь отдохнуть, пока миксуется все это дело. Давай подождем, пока все миксуется. Пришлось мне разного цемента насыпать зачем-то. С чем он отличается так сильно, что такие вот сложности нужно придумывать. Все. А после смешивания, когда смешивание закончено, ты можешь взять вот эту вот wheelbarrow и стартануть пуринг, миксовать внутри. Это будет переключено колесо на стороне миксера. Давай сначала возьмем вот этого. Ой, господи, какой я смешной, смотри. Очень смешной. И мы подъезжаем к нашему миксеру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так давай встанем поближе, чтобы не пролить ничего. Так, отцепимся. Подойдем вот к этому. Ну и что? Да, конечно, я почти ничего не пролил. Почти ничего не пролил. Так, пойдем. Я не пойму, что нужно сделать. Мне нужно залить фундамент теперь. На правую кнопку мыши заливается фундамент. Ну, надо вровень заливать, чтобы... Вот так вот было. Или нет? Подожди. Как надо заливать его? Кончился фундамент, все. И? Я что-то вообще не особо понимаю. Теперь-то что нужно сделать? Просто нужно все залить? Теперь путем вот таким вот, да? Или что? Ну давай зальем. Водички нужно теперь взять. Что-то он ходит очень странно, он... Как будто бы у него это... Как будто он штаны придерживает свои. Надеюсь, она не забагуется, и будет вообще все отлично. Зачем ты бросил-то его? Идиотина. Что ты сделал? И как мне теперь достать? Ох, господи. Так, нальем немножечко водички.
как нас там учили. Возьмем немножечко цементика. Ой, цементика, это песочка. Положим песочку. Не, давай еще немножечко песочку положим. Давай. И возьмем руки. Возьмем руки синий цемент. Синий цемент, да, прям как и просил. Он закончился, что ли, или что? Почему ты, блин, не насыпаешь его? Возьмем синий цемент. Может быть, он поможет. Ну. Может быть, надо еще разочек взять? Может быть, нужно нажать на кнопочку? Потом взять вот это чудо? Да нет, смотри, он не насыпает, просто, может, он закончился? Давай возьмем вон тот цемент. Вот этот синий цемент. И... Спасибо тебе большое. Ой, я могу прыгать с цементом, нифига себе. Да ты силач. Нет, смотри, он не хочет больше насыпать цемент. Ну, видать, на этом мы и закончим, потому что это все, ну, типа все. Типа на этом дело все зак... Ну, может быть, конечно, включим еще раз, попробуем. Ух, блядь, какое управление-то хорошее, ну. Нажмешь на кнопку-то? Спасибо большое тебе. Вот ты серьезно считаешь, что я именно это брал? Именно это хотел взять? Я не хотел это брать. Я что-то не пойму, я... Сколько должен насыпать туда? Возьми. Благодарю тебя. Это издевательство какое-то над игроками, просто это не демка. Давай возьмем другой красный. Все, он больше не насыпает, представляешь? Может, там воды не надо больше наливать было. Так, ну он смиксовал. Давай возьмем... Давай, говорю, возьмем тележку. Я так понимаю, как бы мы ни старались, один хрен будет все... Ёб твою мать, дурил ты, картонная. И все равно он насыпет мимо. Ну, наверное, да. Ну, отцепись. Подожди, что, я не все вылил? Слушай, не все вылил. Может быть, еще хватит? А, давай, пойдем заливать бетоном эти... Ой, этот фундамент, короче, заливать пойдем. А, все, кончился у меня фундамент... Ой, этот цемент-то в моей чашке. Ладно, пойдем еще нас нальем. У меня же там целый еще это. Целая бетономешалка. Отлично. Сейчас мы приладимся. Если только мы не застрянем ни в какой-нибудь стене, вообще будет отлично. Ну выше-то, я так понимаю, нельзя налить? Или можно все-таки? Выше, чем нужно, можно налить или нет? Давай возьмем снова поливалку. Нальем прямо отсюда воды. Возьмем песочку. И возьмем цемент. Все, видать, готовится. Но хватает его прям, прям вообще, прям ни на что. Почти что. Давайте хоть фундамент зальем, уже будет радость. Ну-ка, отцепись. Так, кончился цемент. Бетономешалки. Идем дальше. Такая же бессмысленная, беспощадная, как Trader Life Simulator примерно. Ну там хоть это, хоть не застреваешь в стенах уже, спасибо. Так, и сколько мне нужно делать это все, всем этим заниматься?
Ну, возьми ты. Ну, во... спасибо. Попсикал в эту бетонную мешалку. Пойдем насыпем песочку. И пойдем возьмем цемент. Бросим цемент. Возьмем wheelbarrow. Подкатимся. Подкатимся к бетонной мешалке. Оставим ее. Оп. Да, возьми. Нальем весь цемент в тележку. По-моему, это игра для мазохистов, которым вообще заняться нечем. Потому что иначе я даже не могу сказать ничего. У меня фундамент залит выше, чем нужно. Блин. Криво, косо, ну ладно. Так, ну, осталось-то всего ничего. Осталось попробовать, ну, пару раз еще вот так вот сделать, и будет вообще отлично. Может, ты возьмешь? Берем песок. В принципе, она вполне играбельна, если бы она еще, блин, вот эти вот точки бы сразу бы видела, которые вот, за которые хватаются предметы, было бы вообще отлично. Потому что тележка берется с 25 раза, там цемент берется с 25 раза, то есть это вообще не классно. Все, цемент мимо проливается, вот это тоже не здорово. Но в целом-то, как бы... В целом, как бы, играется. Давай наливаем цемента. Ох, блин, еще, значит, разочек нам хватит, и... Наверное, все. Наверное, мы на этом закончим, потому что это прям... Убийственная игра, убийственная. Она прям убивает всю твою волю. Потому что ты хочешь вроде как бы все правильно сделать, а оно вот... Даже с первого раза, смотри, схватил. Еще бы добавил с первого раза, было бы вообще отлично. Че, не нравится тебе? Воды мало, что ли, или что? Почему ты не... Давай песочку еще добавим, чтобы было. И возьмем синий цемент. Ну, возьмись ты. Спасибо. Ух. Наливаем цемент в тележку. О, осталось, смотри-ка, еще. Все, не осталось. Остальное все на пол вылил. И едем заливать дальше. Лучший сотрудник просто. Как тебя так заскринить, чтобы ты прям... Вот так вот, наверное, сделаем, и все вообще отлично будет. Угу. Угу. Так, она еще... У меня еще не кончился раствор, поэтому мы пойдем вот сюда. И вот сюда. Блин, кончился. Ты представляешь, прям на самом неприятном месте. Прям остался-то хрен да ни хрена. А, блин... Придется еще раз готовить. Ой, где он? Вот она. Бросай. Бери. Насыпай. Бери. Бери цемент. Не хочет брать красный, возьмем синий. Все. Надеюсь, сейчас нам хватит цемента, раствора этого. И мы наконец-то зальем этот сраный фундамент, потому что он меня уже заколебал. Честно, настолько симуляторный симулятор не для меня. Это прям издевательство над собой.
Потому что, как бы, вроде ты очень даже, ну, не очень прям реалистично, но, блин, убийственно просто. Наконец-то, ёлки-палки. Открой свой таблет с помощью таба, батон и что-то там сделай. Ой, давайте на этом закончим. Тут еще елки-палки есть и... Как их называют? Стены, кирпичи. Это ужас. Давайте на этом попрощаемся. Всем спасибо за просмотр. Если вам нравится такая игра, то я, конечно, поиграю. Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, делись видео с друзьями. До встречи в новых видео. Пока.